Привет! Давайте будем вести себя прилично. Да, хорошо. Согласен. Ладно. Хорошо. Джонатану нелегко об этом говорить. Убить бабушку? Нет, я против. Это вообще законно? Как это будет? И когда? Скоро, малыш. Нам сюда. Оу, вот черт. Ты в норме? Да. Я привык к другому топору. Анна, Крис, еще не встали? Я скоро умру. Спускайтесь. Сейчас придут. Она такая хрупкая. Проведи с мамой хоть одни выходные, не зацикливаясь на себе, Анна. Прекрати быть стервой. Какая же ты дура. Я звоню в полицию, сообщу попытки самоубийства. Ты уверена? Она говорит, что готова. Она готова, а я нет. Надо сделать это сейчас, пока она в здравом уме и твердой памяти. Тебе не страшно? Когда мы назначим дату, я смогу не переживать о смерти, а сосредоточиться на жизни. Так, обещайте, что спустите наследство на кокаин и шлюх. О чем ты думала? Ты позволила ей поступать, как она хочет. Я хочу узнать ее, и чтобы она узнала меня. Я люблю вас, девочки. Дашь мне очередной совет? Главное не бояться и жить на полную. За прекрасную жизнь.